Ислам во все не нацелен на то, чтобы держать женщин в заперти, подобно заключенным. Целью пранжи в исламе является удержание мужчин и женщин от вольного любования друг другом. Для этого сказано мужчине, чтобы он не смотрел на чужую женщину, и женщине сказано, чтобы она одевала одежды таким образом, чтобы она для мужчин не была центром внимания.